И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan. Conan Exiles, либо просто Conan. В общем, достроил я свой домик. Точнее, стены ему достроил до конца. Двойные сделал, но сделал немножечко переделку. Вот этих вышек. Почему сделал переделку, сейчас объясню. Сейчас только залезу. Выход сделал вот такой, ну потому что... В общем, смотрите, допустим, стоит лучник здесь и стреляет. Хорошо, удобно. Но только тогда, когда ты сам лучник. И ты видишь, кто туда нападает. А под стеной ты ничего не видишь. Вот из-за этого я и переделал вот это все вот так. То есть здесь ты уже видишь и стену, да, не в упор здесь, но все равно уже как-никак видишь. Здесь вот такой подъем. Кстати, насколько я знаю, такое использовалось по-настоящему. То есть, когда прорывает ворота, то есть первые ворота, вторые ворота, сверху открывался люк и кипящее масло. Обычное кипящее масло, блин, под такую музычку, вот это про кипящее масло и горячие дела, это вообще просто что-то с чем-то. Ну, в общем, да, выливалось кипящее масло и обратно все закрывалось. Не факт, что был такой люк, но суть вы поняли. Да, это было по-настоящему. И суть в том, что если сломает ворота, то, во-первых, открываешь и хотя бы хоть как-то немножко стена, это если что ворота, то есть, по сути, ломается стена. Вот, и, в общем, это быстрые переходы с одного этажа на другой. То есть можно ползти, можно перебежать. В общем, немножечко сделал так. Я очень уже близко готовлюсь к чистке. К чистке я сомневаюсь, что будет что-то серьезное, ну вот честно. Но потихонечку готовлюсь. Да и в целом, как бы мне это было интересно этим прям заниматься. Здесь, конечно, еще бы что-нибудь другое переделать, но не знаю. Ну, здесь сделал проход, чтобы можно было в стену зайти. Там, естественно, точно так же есть вход. И вот это, кстати, ограничение здания. Потом я уже ремесленные здания буду переносить в другие места. У меня по территории будет стоять ремесленные здания. Здесь же у меня будет основное здание, типа склад и так далее. Потому что, к примеру, хранилище будет занимать некислое место. Одна лучница была прокачана, вторая лучница я сгонял с собой. Так, единственное, что я хотел глянуть, да, я не админ, да, как мне и сказали в комментариях, если сделаешь себя админом, можно изменить настройки, перезашел и все нормально. Суть в чем? Множитель опыта игрока за рейтинг. Это общий опыт, который получаю я как игрок. А вот это опыт за убийство. И я только... Уже на 10 левеле, вот, на 10 левеле прокачки я понял, что опыта они нифига не получают. Столько, сколько я. Как и заметил, ну, смотрите, она получила опыт с 9 по 10 левел, так как я получил пару левелов своих. То есть у меня было 2 апа, то есть как минимум я больше левела получил, чем лучница. Как она... получила меньше экспы, чем я. Вот после этого я понял, что что-то с экспо не так. Посчитал, да. И то, что у меня было в настройках, то есть опыт за убийство, это... то есть вот это вот опыт за убийство, это опыт за убийство. То есть вообще вот это вот может вообще убрать нафиг. Вот опыт... Ты всегда качаешься за убийство. Кстати, как вариант поставить 10x, а вот здесь поставить единичку. Ты всегда качаешься в основном на убийстве. Не ремесло, не это, да, возможно, что-то как-то ремесло тебе прокачает. Все фигня. Всегда качает за убийство. И я потом изменю, да, вот здесь поставлю единичку, а здесь поставлю десятку. И вот в этом вся основная тупость. То есть, я вот этих охотниц, то есть вместо того, чтобы прокачать эти двух охотниц, я могу прокачать с такими ритами уже пятерых. Вот как-то так. Ну, в общем, все потихоньку-полигоньку делается.
Чем я хотел бы сегодня заняться? Я еще пока что не знаю. Возможно, название вы что-то видите и думаете, да какого хрена уже 5 минут там говорит не о том. Но, как вариант, я хочу заняться травничеством. Заняться клумбами и так далее. То есть... А, кстати, да, я загонял по той пещере. И там осколок силы залутал. Ну, как залутал. Ну, в общем, залутал. Убил какого-то там крокозябрика. И осколок силы залутал. С охотницей бегал. С лучницей. Ну, как бы и нормально. Так, дальше что? Кстати, да, здесь у меня получается будет 2 этажа. Вверх. А там будет видно. Буду увеличивать, не буду увеличивать. То есть уже будет видно. Возможно, основное здание я еще увеличу в размерах. Тут еще загвоздка, как алтари ставить. Они алтари огромные собаки. В общем, беда бедовая. Но с этим уже потом буду разбираться. Так. Я хотел заняться клумбами. Этим нужно заниматься без вариантов. Потому что... Так, с... What the fuck? Эй, чё это такое? Подожди, это чё такое? Боевое знамя, но... Оно превращает область... А, превращает область вокруг зоны ПВВ. А, понятно. Мне это не надо. И это мне не надо. Так, алхимия. Да, станки бы тоже бы улучшить, но для этого вот нужны будут стальные рамы. Кстати, тоже нужно будет начать уже переделывать в сталь все это дело. Но я так что-то занялся подготовкой к этому. Так, катка. Давай лучше... Ага, улучшенную катку. Так, грубая катка. Катка... Это обыкновенная катка, посаженные семена будут прорастать с обычной скоростью, будут быстро прорастать. О, улучшенная катка. Стальная рама, закаленные кирпичи. Ну, у меня только не хватает стальной рамы. Вроде бы как. Кстати, лошара. Надо было сделать крафтинг, земледелие, земледелие. И вот это. Так, что мне нужно? 10 стальных рам. О, не, нормально, на 2 даже катки хватает. 2 катки. Так. Я что-то не помню, сколько нужно. О, угадал. И 200 закаленных кирпичей. Ровно столько мне и нужно. Так, здесь у меня, собственно, ульи. Давай здесь и начнем немножечко вот это вот выращивать. Сделаем немножечко вот так, чтобы... Типа, короче, вместе стояло. И давай смотреть, что для этого нужно. Для этого нужно, если не ошибаюсь, компост. Ну и семки. По семкам. Кстати, компост. У меня есть навоз. Я не помню, как работает. Вот есть обогащенный компост у меня. Ну, это то, что залутал. И, кстати, надо еще лошадей и страусов вывести. Тоже как бы... До живых растений. Это мне нужно будет хмель. Но пока что я хочу алоэ замоздрячить. Почему алоэ? Потому что оно нужно. Я, честно, я вообще не помню, что нужно делать. Поэтому давай сделаем вот так. Так, здесь семян. И, допустим, компост. О, пошло расти. Допустим, вот этих 10 семян и обогащенный компост. Ага. А вот это не работает. А навоз? Навоз тоже не работает. Вот и узнали. Так. Ну, не знаю. Давай здесь пускай лежит. Можно же положить? Можно положить. Значит, пускай лежит. Вот с переделов-то. С компостом у меня проблем вообще нету. Благо это... А, подожди. Нифига. Так. Делаем вот так и вот так. Если я правильно помню, нужно одну штучку оставлять, так червяки быстрее появляются. То есть они, когда вот эта кучка появляется, то червяки работают, он появляется быстрее. И это самое главное, что нужно делать. Не быть жадным, скажем так. Делим пополам. Вот оно, пошло. Поехало.
Вообще займемся сегодня всякими делами по дому. Возможно, начнем перетаскивать предметы, возможно, загончик поставим и так далее. Что у нас еще? Ну, карболовки это не нужны, ульи у меня и так работают, ну как работают, 201, они потихонечку мед сами приносят, если не ошибаюсь, я тут все вообще весь мед забирал, просто если поставить сюда пчел положить, то они работают быстрее, вот они пчелки у меня, то есть они пчелки будут работать быстрее, если положить сюда, точнее ульи будут работать быстрее, если положить сюда пчелок. Мне как таковую меда-то много так-то и не надо, но если будет, оно и хорошо. Ты у нас портишься, ты у нас портишься, значит забираем. Так, ты у нас тоже все портишься, ты у нас тоже все портишься, значит забираем. Хмель, ты у нас не портишься, лежи здесь. Так, все, отлично, значит убираем. Да, наверное, серия у меня будет таких будничные, это подготовка к этому безумию, которое будет тут твориться. Ну, вода, конечно, не портится, но пофигу, пускай лежит. Я пока что, опять-таки, не знаю. Конечно, было бы неплохо себе кого-нибудь из этих веселых ребят притомить. Я имею в виду... Так, это давай сюда. О, палки тоже сюда. Я имею в виду веселых ребят с этого, то есть каких-нибудь ремесленников, либо еще кого-то с чистки. Они самые топовые, при любом раскладе они самые топовые, и было бы их неплохо приручить именно оттуда. Давай сюда закинем железом. Я оставлял именно это, чтобы... Так, вырубайся. Чтобы камень переделывался побыстрее. Вот, пока что сделаем так. Вот это мы забираем. Пускай метеоритка переделывается. Вот, а это пускай работает так. Будни, будни, будни. Так, давай посмотрим, что есть у нас. Выросло что-нибудь? Растет, конечно, долго. Но мы никуда не торопимся. Что еще? Кстати, давай посмотрим... Как ты у нас сейчас будешь прокачиваться? Так, погоди. Я с тебя шмотки не собрал. Так. И вот так. Да, конечно, это прям бесит каждый раз переделывать. Но, а что поделаешь? Так, и исследовать. Отлично. Давай посмотрим, что вообще из этого выйдет. Так, вот это вот все выкинем. Потому что это нафиг не нужно. Водички нужно будет попить. Раз уж вышел. Так, ну и давай смотреть. То есть они дают экспу по 45. Раньше давали, то есть они по 90. По 45 вроде бы. Ну давай уже кого-нибудь замочи уже. Не переживай. Вот, отлично. Сразу же. Раз, два. Щелчок, щелчок. Отлично. Ну вот уже получше. Уже явно получше стало. Блин, я вот не знаю, зачем мне этот лут, но я его всегда собираю. Я не знаю зачем. Самое лучшее на ком проверить, это мы сейчас проверим на пауках. На пауках я получал на дефолте, то есть на 1x получаешь 4992. Так я получал, давай я войдем по воде. Так я получил, точнее она получала, то есть я-то получал там почти по полтосу, то есть 49992. А она получала 8854, что ли. В общем, короче, какие-то такие вот, ну то есть... 9992, умножаем на 2, короче, вот так вот, все, что это упрыто. Все, посмотрим, сколько она получит. То есть, по идее, должно быть хорошо. Ну, посмотрим. Так, давай смотреть. То есть, так, 18179. Сейчас одного убивает.
Ну-ну-ну-ну-ну. И 23 900, то есть, что у нас было 18, стало 23. Я считаю, вот, конечно, еще тот редкостный. А, дебил, здесь же еще левел получился. Да уж, я считаю, вот еще тот редкостный. Но вы поняли, все равно, за одного паука один левел, это уже, конечно, конкретно веселуха. Заблудился, потерялся. Я сказал, потерялся. Ах ты скотина. Ну, сейчас она должна получать, по идее, 1020. Пропустил. Сейчас должна получать 1020. Это уже как бы не кисло. Так, не отставай. Красава. Красава. Так, ну вот, допустим. Ай, давай вот это вот. 66 было тысяч. Стало 91. Ну, вот как бы. Вот как бы и все. То есть. Кстати, какой там левел у тебя уже? 7, да? Да мы убили там мобов еще. То есть там один с левелов я получил, зачистив всю эту пещеру. А тут чуть-чуть только прошел, уже все прям нормас. О, добрый вечер. А что у вас тут так много? Ты там, главное, это, экспу получай. Ну вот, отличненько. Сейчас немножечко пробежимся. Экспу все-таки надо немножечко получить. Хотя бы еще одну лучницу прокачать уже будет неплохо. Конечно, воинов бы тоже бы прокачать было бы неплохо. Но хотя бы так. То есть сейчас уже вот за этих я буду... Точнее, она будет получать там прям конкретно по XP. Ну, 9 левел уже. Вот это я понимаю. 9 левел. О, огонь. Краска в скелете. О, что я сюда иду? Я хочу показать, где я осколок силы добыл. О, вот с того чувака. Ну, братва, подходи, торопись, налетай, не ленись. О-о-о, полегче. Вы что, дурные что ли? А если бы попали... Давай, мочи скелетов. Да, конечно, ей лучше... О, во, вот он ты. Ну, здорово! Сегодня виделись. Так, ну-ка, разошлись все нафиг отсюда. Не мешайте. Так, погоди. Вы что-то мне... сильно стали мешать. О, видали, как пошла мочить просто налево и направо. Пошла. Вот это я красиво. Че, выносливости, что ли, слишком много? Так. И... на... О! А нормас. С него что-то выпало. Какой левел? 13-й. Да я задолбался качать те 11 левелов. А здесь 13-й. Так, ну ты там, короче, это. Что-то это. Черепки с тебя дропаются. В общем, ты там разберись, а я тут помародерничаю. Ай. О, красава. Ну красава же. Какой там левел? Почти 14-й. Почти 14-й. И, кстати, вот это все, вот этот смех, я не знаю, может, здесь что-то потом открывается, я в душе не шатаю. Но вот этот весь смех, вот ради вот этого. А ну, тут хотя бы сейчас слиток серебра. Там вообще было 4 монетки золотых и 2 серебряных. В общем, веселуха по дропу.
Самый максимум дроп, кстати. Я ж получил топор палача. Легендарный и казнь. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Нормально так казнит. Просто. Кстати, ты у меня силовой. Силовой. Жаль. А, хотя мне какая разница. Я могу и силовой, и ловкачевский брать. У меня же все прокачано. Че я туплю? Вот дурной. Зато в шоты с одного, с одного удара. Серу добывать не буду. У меня ее полно. Времени тратить не хочу. Самое что смешное, я вышел и чуть не огребся от этих. От простых. То есть я завалил босса, а от этих чуть не огребся. Чуть не помер. Ну, вообще. Беспредел. А так прикольнее. На, там колдун и так далее в жопу их, короче. Погнали до дома. Поставил на крафт 8 комплект шмоток, потому что на троих у меня есть. Посмотрел просто на вот эту шкалу, что-то она все приближается. Мало ли вот эта вот шкала и будет вся на чистку. В общем, делаю потихоньку луки. Стрела закаленной стали у меня самая жёсткая, вроде как. Так. Стрела. Стальные стрелы. Ядовитые, серебряные, затопленные. Стальные стрелы. Острейшая стрела. Что-то я не вижу, даже закаленной стали здесь не вижу. Ну, допустим, из того, что у меня есть 17, 11, 13. Даже вот острейшая стрела 17. Ой. 13. Короче, это самая лучшая стрела. Ею и будем экипировать все эти луки. Как мы выяснили, уже они не требуют расходки. Так, и почему у меня 7? Ладно, сейчас разберемся. А, нет. Вот. 6. 7, 8. Все правильно. 3, 4, 5, 6. Решил уже заранее их экипировать. Все-таки как-никак. Почему бы и нет. Это забираем. Основное оружие. То есть сейчас здесь получается как? Оружка 20 урона и плюс стрела 17 урона. То есть, по идее, должно быть норм тема. Сейчас их экипируем. Уже можно будет, по сути, расставить на башне. А там уже посмотреть, что как где. Так, кстати, да, вот эти все шмотки уже сразу забрать, чтобы они потом не мешались. О! Ну хорошо, я сделал меч. Я сделал меч, будем так считать. Да, сделать остальное оружие, отлично. Забрать награду. Я типа теперь могу это изготавливать, что ли? Совершенно легкое остальное оружие. Ну окей. А, вот, и этого мне дали. Ну, неплохо. Неплохо. Выполнил ачивку за то, что забрал оружку. Отлично. Я просто красава. Откройте задание. О, господи, у меня тут по заданиям такие дебильные. Кстати, что-то у меня по кромушке. Да ты уйди, блин. О, две все-таки испортились. Но пофигу, кровь не портится, не портится. Вот или же здесь тогда. Я не помню, зачем она нужна, но пускай будет. Где? Где-то плях. Вот она. Так, что у нас по лукам? Так. У тебя он экипированный. У тебя экипированный. Шмотки забираем, у тебя он экипированный. Так, вот это все забираем. У тебя он экипированный.
Так, и последний лучник. Наша лучница. Все, и здесь тоже экипировано. Кстати, себе бы тоже лук бы сделал. Че я туплю? Вот штурмус. Материал есть, нормальный лук себе сделаю хоть. Ну и все. Так. То есть, да, это я выбил откуда-то. Уже не помню. О, кстати. Во, нормаз. То есть, листья алоэ, то есть, с одной семки я получаю... Кстати, сейчас 10. Вот посмотрим, сколько я получаю. 5. Почему бы и нет. Я не знаю, зачем я сейчас вот сюда скидываю. Учитывая, что кожа у меня, это... Шкура, точнее. Ну, в общем, вы поняли. И так, сраного туча. Но просто вот эта большая сумка, которая будет валяться на полу, мне она нафиг не нужна. То есть, пока она задиспавнится, пройдет энное время. И вот этот вот большой мешок, он будет валяться. И вот в этом-то и вся проблема. Мне это не нужно, поэтому я чаще всего всякую шлобутень скидываю именно сюда. А, с фразами, ну, хотя бы не валяется. Да, по 5 с каждой 7 алоэ я получаю по 5. Давай. Закинем. Пускай растут. Лучше, чем просто так семки будут валяться. Что логично. Вот. Компост есть. И слава богу. Пускай все это дело растет. Так, с лучниками проблем нету. С мечниками тоже проблем не должно по ружке. То есть здесь вот им-то вообще прям на огонь. Кстати, ты у меня 103 урона. А ты у меня... 64. Он типа, наверное, этот здесь хищник, сминание щита. Ну, это, короче, да, вот с щитом пускай вот этот будет тусить такой. Ну и здесь тоже двуруч. Вот, эти в шмотках, а те, которые без шмоток, тоже экипируем. Так, ну а здесь острейшая стрела. 13. Слоновые кости. Железная стрела. Не, лучше железные стрелы себе возьму. Потому что? Потому что. Кстати, а стрелы-то я могу сделать? Ох уж эти будни подготавливающиеся. Стрела из закаленной стали. Слоновой кости, стрела из звездного металла. 18. О! А тут был урон типа получше на единичку. Надо палки. Надо палки и перья. Ну, кстати, да, логично было броника сюда поставить. А, точнее, в броники засунуть. И перья тоже туда засунуть. Они же здесь нужны. Так, погоди. А если... А вот такая стрела у нас... Вот они пошли. Яд. Но мне урон все равно здоровью нужен. Поэтому мне на это пофигу. Я, наверное, изучить-то тоже... Точнее, у меня изучено-то. Просто нужно было вводить с большой буквы. Ох уж это вот регистр. Да, вот надо. 18. В общем, 18. Сам максимальный урон. Да, эта музыка не в игре. Господи, так музыка заиграла, а я что-то это... Слишком задумался об этом... обчистки, что как бы задумался. Ой, ложка. Как бы задумался, они у меня ли началась чистка. Так, по 10 стрел делается с одного слитка. Ну слушай, давай сделаем. Еще слитков полно, перьев еще больше, а веток вообще забей просто. Так что давай сделаем побольше, пускай будет и урона будет побольше. Вот, так что что вот это вот загоняться то Как будто бы у меня это нету чем воевать. А, шелк, кстати, не зря делал из этих чуваков. Так, значится что? Значится стрелы из звездной. Отлично. А, сейчас им всем луки надо будет переэтовать. Вот так. Так, давай проверим урон. Сейчас у нее чисто лук.
взял с собой Фрейю. И у нее сейчас чисто лук. То есть проверим урон. Ну, то есть здесь она должна шотать. Прям вот так вот и всех. Поэтому с этим не должна быть. Не должно быть никакой проблемы. Фрейя получает приказ атаки. Сейчас главное, чтобы это наметиться. Так, ну, лучница меня... О, ты нифига так хорошо уклоняешься, а? Не, не сегодня. Да, с мечом ты явно орудовала бы лучше. Пар-па-па-пам. Кстати, у них как вариант поведения... Отключить для этого спутника. Злить врага. Может, поэтому они на них нападают. То есть, вообще они должны, по идее, в идеале, то есть, на лучников не агриться. И вот это, кстати, им нужно будет настроить, чтобы они на них не агрились, точнее, агрились в последнюю очередь. Так, не переместиться, а атаковать. То есть, вот сейчас они должны... Вот. Ваншот, ванкил. Ну, тоже неплохо. Ну, и что лишний раз доказывает, им стрелы не нужны. О, взрывной порошок, неплохо. Стрелы не нужны, так что все хорошо. Погнали до дома. Там, тем более, шмотки либо почти закончат, готовы, либо уже скоро, прям вот скоро. Так, не, надо вот с этим. Мелкая дичь опять. Ну и вот, все они экипированы. 40 шмоток было. 8 пар шмоток, трое были экипированы, так что нормально. Луки есть, мечи есть. Единственное, что нужно лукарям все-таки ближний бой еще что-нибудь дать в руки. И я единственное, что думаю, наверное, все-таки кинжал давать. О, меч такой, да? Не, наверное, все-таки лучше кинжала. Кинжала будет для них поинтереснее. Что-то мне подсказывает. Только вот изучены ли они у меня? Это называется у нас клинки, да, по идее? И вот как вариант, у меня хорошие клинки еще-то и не изучены, да? Они не изучены. 280. Тыловые кинжалы из гранной стали. Вот интересно. Сколько они урона вносят. Качественное эпичное оружие. Давай, качественное эпичное оружие. Так, кинжалы из звездного металла. Рукоять оружия. Отлично. Из чего делается рукоять оружия? Наверное, вот в этом верстаке она делается, да? Ведь да. А где она делается? Рукоять оружия. А, подожди, во! Видел. Вот она. Рукоять оружия. А, так фигня вопрос. Давай делаем 10 штук. Сколько там закаленной стали? То звездный. Звездный же, да, ты требуешь? Да. По 22. Ну, это все фигня. Это у меня есть. Если что, нужно будет обязательно сгонять. И забабахать. Урон здоровья 30, конечно, это мало. Нафига я делаю 10, кстати, хороший вопрос. Мне нужно... Одни кинжалы у меня уже есть. Клинки. Мне нужно далеко не 10. Мне нужно... и пару мечей. Так что, да, как вариант, даже вот это вот мне не нужно. У меня же есть пару мечей, то есть мечи вот эти для ловкачей идут, для проворных. Так что мне, по сути, это и не нужно. Так, факел-то убрать. Вот у тебя уже есть меч. Так, это бойцы. Здесь у меня...
Ни у кого. Ну, допустим, ладно. Давай вот так это будет. Тебе, по идее, даже можно будет щит дать. Кстати, давай, нет, наверное, все-таки не вот так вот. Давай дадим Фрей. Они вот будут у меня вот так и щиты. Щиты вроде бы у броника делается, да? Панцирный щит. Так, щит. Я же щиты не изучал. Да, я их поскольку изучил. Так. Щит из закаленных стали, кстати. А что ты требуешь? А только щит из закаленной стали, что ли? Ну-ка, погоди-ка. Щит. Щит. А вот эпические щиты. Каркас щита и щит. Ага, понятное дело. А вот каркас щита. И звездный металл. Отлично. Пару каркасов. И пару щитов сделаем. Опять-таки же... О, нифига, нормас там мне стрел наделал. Так, давай все это дело как-то собирать вместе. Чтобы она как-никак да появлялась у меня все в инвентаре. А, что-то я не помню, сколько нужно, но пускай будет так. Так, и одни клинки у меня уже есть. Угу. Хорошо. Так, каркаса щита мне нужно 2. И... Подожди. И 44. Металла мне нужно. Чтобы сделать вот вас. Да, как бы... Я думаю, все-таки они будут получше. О, делаться будет долго. Так что фиг на них. Погнали дальше. Куда-то ж я должен на эту сталь тратить. Здесь у меня закончился черный лед. Кстати, давай весь туда закинем. Еще мне куда его? Зато уже это под рукой лежит всегда. Врубайся. 406 слитков еще набабахаем. Отлично. Уже лучше, чем могло быть. Так. И мне нужно сделать что? Мне нужно сделать вот вас. 6 штук. 6, говорю, штук. Вот это убираем. Вот это тоже давай убираем. Вот. Погнали. Вот. И потом уже... А потом уже, кстати, а нужно ли мне дальше железные рамы делать? Вот в чем вопрос. Может, мне и рамы-то пока что делать-то и не нужно. Ну, в смысле, я про то, что это... Мне, может, на остальные рамы потом уже переходить нужно будет. То есть мне просто ни к чему будут такое количество рам железных. А потом обратно переделывать их в слитки. Ну, это же тоже время. Вот, поэтому пока что пускай будет так. Да, жаль, не 3000. 3000 было бы лучше, но любая постройка станет уже не 3000. Так. Интересно, как вообще чистка будет происходить? Ох уж эти будни. Да уж, как тут быстро растет алоэ. Я бы так сказал, мне легче, даже если здесь высаживать какие-то культуры, которые растут очень далеко, что-то мне подсказывает, мне легче, да, точнее, не легче, мне быстрее добежать очень далеко, в смысле вот куда-нибудь вот сюда добежать, здесь лутануть и перевернуться обратно, причем пешком. И это будет явно быстрее, чем... это просто ужас какой-то. Ой, кстати, я сейчас тут вспомнил про ужасы, как далеко бежать, и вспомнил про картографа, которого я хотел посетить. Вот это, блин, я даю, конечно. Так, кстати, все слитки-то сюда закинуть. Вот это я, блин, даю. Ладно. О, почти второй щит готовый. Ладно, посмотрим сейчас, как вот эта шкала зачистки сдвинется. То есть, надо вообще почитать немножечко про зачистку, как она начинается. Ловись. И все. И будет у тебя щит босявый. И меч босявый. И лук босявый. Так, здесь у меня лучники. Дунь Мартикий.
Не, конечно, фреи, они самые топовые по хп. Хотя, может, и охотницы? Не, охотница вроде то же самое. Так, ладно, давай. Вот тебе дадим, хотя я. А, какая разница? Давай, вот тебе дадим. Дай кинжалы. Или лучше кинжалы себе оставить. Давай-ка лучше эти кинжалы себе оставлю. Мало ли мне нужно будет на кого-нибудь накинуть кровотечение. А я обосратый буду. Так, значится мне что нужно? Здесь есть. Раз, два, три, четыре. Пять. А, ну все правильно. Столько и делается. Самое что смешное, здесь у меня лежат легендарные оружия. Но они все силовые. То есть вот у меня очень много оружий. Но они все силовые. И то есть как бы ничего с этим не могу поделать. То есть эти, по идее, ловкачи. Эти бойцы. Ну, бойцы они так. С пушками. Непонятно. Как мне пушки для ловкачей достать. Поэтому приходится делать из звездного металла. Все легко и просто. И с кинжалами уже. Вот так. И вот так. Сейчас читаю прочистку. Счетчик чистки заполняется, когда игрок выполняет различные действия в игре и падает, когда игрок остается неактивным. Тогда она достигает первой отметки примерно 75%. От таковой есть шанс, что произойдет чистка. И любое количество, заполненное от 75 до 100%, будет перенесено, перенесено с началом чистки. Есть шанс, что вот от сих до сих у меня будет чистка. Да уж. Ох уж эти шансы. Честно, я даже не знаю, как на это реагировать. А прям реально не знаю. Прям, а что делать? Там шанс. То есть, когда она будет? Сейчас? Или через пару реальных дней? Ой, дурость и тупость. С этим ничего не поделаешь. Но в любом случае нужно подготовиться. Нужно будет обязательно переместить всех лучниц. Так сказать, в нужные места. Нужные места это вот здесь там. То есть поднимаемся наверх. Теоретически они не должны упасть. То есть теоретически они должны стоять здесь. Практически. Так кто ж его знает, как оно будет. Единственное, что... Отключить злить врага. Тактика. Держать позицию. И вот это, как вариант, должно проканать. Так. Единственное, что... А, о, я могу лазить. Отлично. Ставим вот так. Только это. Вот так, лицом повернуть. И надеюсь, это сработает. Прям очень надеюсь. Сюда я мобов подвести не могу, потому что они задиспавнятся. Поэтому проверить тоже не могу. Ну, не сработает, так не сработает. Делов-то. Сам справлюсь. Наверное. Вот, поэтому остается только вот следовать и выставлять. Как-то так хочу сделать в башне, чтобы стояли. То есть, там смотреть и сюда смотреть. А там уже будет видно. Сейчас во второй башне выставлю также. Пока что первых левелов. Ну, что поделаешь. Потом подкачаю. Вот, и пару лучников будет прям на самом верху стоять. Тоже посмотрим, как это сработает. Будут наверху они стоять или же... не будут.
То есть там чисто методом тыка, тут уже без вариантов. Как еще узнать, работает, как говорится, твоя система или нет, кроме как проверить на себе, скажем так. Вот, и, соответственно, вот так, потихонечку выставлять. Единственное, что они иногда в воздухе летают. И тактику, главное, не забудь переключать на держать позиции. Все-таки, я думаю, это будет срабатывать. По крайней мере, надеюсь, что они не свалятся вниз и не будут делать... назовем так, глупостей. В общем, вот такая какая-то серия получилась. Будничные, будничные, обычные. В общем, если бы я бы стримил, то, наверное, прошло бы часа 2,5 от стрима. А так, вырезал все лишнее и удобно. Это как бы и вроде бы и стрим. И не очень-то и стрим. Мне такие стримы просто нравятся. Нарезка со стримов. Вот зачем мне делать нарезку со стримов, когда я могу просто вырезать все лишнее. По крайней мере, то, что я считаю, что лишнее. Такие вот дела. В общем, ждем чистку. Расставил всех... вон они, видите, стоят в окнах. То есть расставил всех в защитную стойку. Ждем. Надеемся, что все получится. Я вообще рассчитываю, что я просто красавчик и сам со всем справлюсь. А это на всякий случай. Бойцов еще нужно будет поставить обязательно вот здесь внутри двора. Я думаю, они обязательно пойдут через двор ворота. Кстати, если в стена ломается... Сейчас покажу. На нафиг, минус ноги. Если в стена ломается... О. А! Для тех, кто досмотрел до конца, смотрите читерно, как можно смотреть через стены. То есть ты такой смотришь, думаешь, а кто там у меня? Вот так вот. Так, не здесь, не здесь, плохой пример. О, видали? А я могу посмотреть, что там. А могу не посмотреть. А могу посмотреть. Ну, вот так вот. Не знаю, как это на серверах работает или не работает, но если пытаешься удалить, он становится полупрозрачным, и я вижу, что там за стеной. Но при этом стена целая, точнее, за дверью. Но при этом дверь целая. И все хорошо. Такие вот приколюхи. Опять-таки же, не знаю, работает это или не работает. Так вот, то есть, если ломается стена, то ломается... А, тут даже так ломается теперь у меня. Точно, я же еще это поставил. А так ломалось во. А верхушка держалась. То есть, у меня, чтобы сломалось, нужно прям много чего сломать. В общем, конструкция моя очень даже хорошо рабочая. Как ни крути. Кстати, хорошо, что возвращается 100% ресурсов, и я могу все на место вернуть. И вот так вот потом стеночки так вот. Хлобысь, хлобысь и хлобысь. Хоп, и как будто ничего не было. И ресурсы все на место вернулись. Такие вот приколюхи. В общем, жду чистки. Наверное, все-таки следующая серия будет с чистки. Я не знаю. Я не знаю. Возможно, пойдем за картографом. Ну, блин, я бы не хотел вот в момент этой чистки идти за картографом, поэтому, наверное, я буду заниматься делами по дому. А как начнется чистка, я включу запись. Ну, там уже посмотрим, что, когда, где. Бойцов расставлю вот там. Либо по периметру поставлю, либо вовнутрь. Наверное, лучше по периметру их поставлю, и пускай они здесь стоят, именно туда, близко к стенам стоят. Охраняют, тем более, что они пока что еще не качанные. Такие вот дела. Ладно, на этом я уже с вами точно буду прощаться. Серия длинная, дебильная. Можете написать в комментариях, какая она. Неважно. Суть я объяснил. Мои серии — это как нарезка со стримов. Только без лишних хлопот, проблем. И тогда, когда я захотел. На этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Всем спасибо за просмотр еще раз. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.